Хоу-хоу-хоу, друзья, с вами горячая штучка Уиллоу и дядька. И в этой серии мы будем снова что делать? Выживать, умирать и воевать, надеюсь я. Так, давайте посмотрим. Я бы хотел сделать улучшенную грядку. Нам нужно 6 какашек, 4 камня и 10 травы. Так, смотрим, где у нас были... Баффало, бифало, бифало, баффало. Так, где-то там. Ну, хорошо, идем туда. Идем туда. Гуано, 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 мамо. Так, нужно будет еще организовать рюкзачок обязательно. О, так у нас тут со здоровьем-то что-то как-то не очень. Отстань. Так. Ну, мандрагору одну съем, и все уснули. Но это нормально. Все спокойно, все уснули. Стой, 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 это мое мясо. Стой, 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 стой. Стой, подожди. Так, сачок нам пока не нужен. Спрячь. Еще бы мандрагор найти, но это мы нашли в пещерке. Поэтому, я думаю, нужно будет отправиться в пещеру обязательно, направиться туда. Так. Так, 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 так. Какашки, трава и камни. Ну, нам туда вниз. А, нет, можно и здесь найти. Но здесь маловато, наверное, будет какашек. А, с дядей, конечно, с дядей. Я ничего же не говорю. Стоять. Так, на, держи. Давай как-то мы с тобой, наверное, поменяемся, что ли. На. Ты, хорош, не хочешь брать пчелу? Печалька. Так, на, вот я нашел мрамор, можно отдать. Угу, все. Место освободили под какашки. Отлично. Так, еще какашек, больше какашек. Так. Пум, 5 нужно, да? Вот, отлично, здесь навалом. Мы будем здесь просто снабжаться удобрениями, которые пригодятся нам для всего. Эй, пчелу убил, и жало осталось, печаль. Ну ладно. Так, какашки есть, трава. Трава. У дома. Нужно будет, наверное, себе как-то траву пересадить. Я думаю, это будет гораздо логичнее. Так, 10. 10 с дяди. Ну, с дяди ты с дяди, но я играю за Уиллоу, так что Гломер, друг. Так, дальше камушки нужны. Камушки, камушки, камушки. Где-то здесь они были когда-то. Когда я был молод, они были здесь. Вот, да, именно здесь. Давай, 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 давай. Отлично. Ох ты, ёкалэмэнэ. Ну что ж такое-то? Выкинь ты эту туда гадость. Выкинь эту гадость. Бери. Бери только нужные вещи. Так. Что у нас там? 3 камушка. Еще нужно 2 камушка. Эх. Есть что поближе как-нибудь? Вот с камнями у нас здесь не очень. Хотя можно туда сбегать, пока еще не стемнело окончательно. Ну, в общем, я хочу сделать несколько ферм, чтобы были вокруг домика фермы. Потому что семечек у нас навалом. И это-то хорошо. Блин, я опять забыл выключить дурацкий контакт. Меня раздражает. Я отключаю опцию, главное, чтобы звук не щелкал. Он все у меня продолжает щелкать. Да задрал там кто-то пишет, чтобы у тебя руки отсохли. Так, бросай. Не нужно нам эту гадость собирать. Давайте я, наверное, лучше выключу контакт в баню. Так, я здесь. Все, наконец-то я отключил. Представляете, мне каким-то образом написал человек, который у меня даже не в друзьях. Хотя у меня стоит опция только, чтобы не писали друзья. В общем, контакт показывает чудеса. Так, хорошо. Ага. Все, можно бежать смело до дому, до хаты. Блин, ну как? Вот, на. На что поменять можно? Ну, жало выкинем пока. Здесь, если что, жало будет, его унесет крот. К себе унесет его крот. Так, до дома, до дома, до дома, до дома. Быстрее до дома, 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 до дома. Быстрее, быстрее, быстрее до дома, до хаты.
Ух ты, блин. А бежать-то что-то как-то... Далековато, надеюсь, успеем. Конечно, успеем. Чё нам? Жало везде. Селитра. Ужас. Свалка. Пришел тут, значит, да? Навел свои порядки. О, да. Да-да-да-да. Чё ты хочешь? Чё ты хочешь, блин? Гадость. Какие они противные, а. Отстаньте, пожалуйста, от меня. О, свинья бежит. Давай, давай. Меня сейчас завалят. С такими темпами. Вали их, вали, 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 вали. Вали еще. Красавчик, свинья. Еще. Блин, и свалила свинья. Свинья ушла, свинья ушла. Милый друг, не скучай. Я вернусь, ты знаешь точно. Топливо. Срочно топливо. Так, что ты хочешь, а? Гадость. Крыло мышлиска. Хорошо, мы возьмем крыло мышлиска себе. Так, ну вроде бы благо пока выжили. С горя пополам. Так, простая грядка. Угу. Ах ты, елки-палки, какашку надо еще одну. От зараза. Вот гадость-то какая. Так, кусочек мяса. Приготовь сперва. А потом уже ешь. Отлично. Так, крыло мышелиска. Приготовить. Есть. Есть. Вот, благо хоть здоровье подправляет как следует. Так, это все прекрасно, конечно. Гуану. Гуану, мама. Эх, нет, нужно не гуану именно нужно, а именно вот... Навоз, навоз, блин, навоз. Так, со здоровьем плохо все. Не-не-не, стой, 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 товарищ. Стой, товарищ, стой, товарищ, стой, товарищ, стой. Так, сачок. Зонтик, лечебная мазь, рюкзак. Четыре палки нужно найти. Вот за это я, да, за это я в любом случае буду рад. Где там палки-то у нас где-то здесь были? Вот раз. Еще две мне нужно найти. И все будет прекрасно. Все. Так, нужно потом будет заняться перекопкой всех этих... растений, чтобы они были рядом у меня. Сэр гонет сейчас кашицу, а я ее возьму и съем. И ничего не получилось. А раньше, я помню, вроде бы восстанавливалось здоровье. Рюкзак. Вот, другое дело, то у меня все места нет, и нет, и нет, и нет, и нет, и нет. И все, печаль, печаль, беда, беда. Ладно. Так, семечки нам нужны обязательно. Семечки нам нужны обязательно для грядок для наших. Мы будем сажать, высаживать. Дядя, дядя. Дядя-то дядя, но, блин, дядя пока протупился и вот бежит обратно за навозом, потому что корнанул слегка. Ну вот, надо было думать раньше. Почему-то подумал, что всего по 5, но оказалось, что 6 надо навозика. Ну ничего, с запасом наберем еще, пусть еще будет. Лишним точно не будет. Вот семечек наберем. Стоять, блин, мои семечки. Я жадный. Еврей жадный. Так, о, навоз. Нужно будет... Горит, как обычное дерьмо. Ну, что поделать, Уиллоу, красавица моя, горячая штучка моя. Это действительно дерьмо, обыкновенное. Какая разница, что свинья, что баффало, бифало, там, неважно. Так, где-то здесь у нас еще поселение есть. Так, еще семечки. Ну, на семечки нам везет. На семки. На семки везет. Так. О, вот здесь нам нужно будет ловушек понаставить на зиму. Я так думаю. Что-то баффало тут нифига не видать, кстати. Это так скудненько вот в этом плане. Еще и размножения у них не было. Вот хотелось бы, чтобы они побыстрее поразмножались, чтобы было в достатке вообще. Ну ладно. Дядя, да дядя-то, блин, подожди ты.
Дядя. Больше травы. Больше травы. Еще давай. Дядя собирает траву. Все нормально. Так. Дядю. Так, хорошо, отличненько все получается. No problem. Идем. Так, какашек у нас сколько? 7. Ну, не предел мечтаний, зато семечек 7 штук тоже. Так что у нас на 7 грядок хватит, если я их не съем до того, как у меня здоровье мое пострадает. Так, вот еще какашки. В общем, не стоит далеко ходить, не будем мы, наверное, прогуливаться здесь. А вот наши товарищи кладут там, где нам надо. Просто кладут и все. Так, хорошо. Почитываю иногда комментарии, иногда пишут, конечно, вообще сумбур какой-то, но во всяком случае я почитываю комментарии. Но не стоит мне писать, что вот, без Вики ты там не разберешься. Да я не собираюсь. Я выживаю в свое удовольствие. Так. Еды бы мне бы еще бы найти бы, пока не стемнело, что ли. Где-то здесь я видел. О, и ягодки, и пчелы. Это мой куст. Зачем ты за мной-то летишь? Я тебя не трогаю. Вроде как. Так, это вроде опасные пчелы, красные, поэтому не будем мы туда лезть на рожон. О, вот они, красные пчелы, да, опасные очень, дерзкие. О, побежали, не надо. Все, убегаем. Да не надо ничего колотить, все, беги, к чертям собачьим, не надо, все. Отбой в танковых войсках. Грядки делать идем. Так, где там дом? Пещера, блин, зря вот открыл, сейчас эти черти будут везде летать постоянно. Минус огромный себе сделал, вон они опять летучие мышки. Мышка, летучая мышка. Ничего. Так, используем гуану для растопки. Ну, так себе. Средней гадости. Так, мои древа растут. Растут мои древа, ура! Возрадуемся, товарищи! Отлично, главное, что себе еще и рюкзак сделал. Без рюкзака я вообще пропал. А у Уиллу поменьше рюкзак, чем у Уилсона, да? Заметно, кстати, сильно очень. Ядреный ты компот. Вы еще докопаетесь до моего сундука. В очередной раз. Дебилизм, блин. Вот открыл ящик Пандоры, а? Зачем? Ради чего? Непонятно. Ради чего я это сделал? Кашица вот лежит. Да хватит скрипеть, как телега несмазанная. Заколевали, а? Вот летают. Да что ж такое-то, ну? Горите огнем. Где солнце? Вот. Блин, бей его. Бей их, этих гондурасов летающих. Свинья. Красавчик свинья. Не уходи только. Ну иди сюда. Ну иди сюда, свинка. Иди сюда, свинка. Ну свинка, пожалуйста. Здоровье вообще никакущее. Два удара и я труп. Даже один удар от какого-нибудь серьезного врага, и все, я... Я окочурюсь. Так, ягодки нужно быстренько приготовить. Давай. Женщина, готовь. Женщина, это твоя прямая обязанность. Ну, чё так себе как? Чё так себе? Блин, почему-то кажется не срабатывает. Раньше кажется срабатывал. Ну ладно. Пусть я слоупок, но... Так, улучшенная грядка. Ключенько. Создать. Ну, создай. Отлично.
Семечку. Отличненько. Давайте посмотрим. Ой. Удобрить. О! Что-то там дали нам. Дуриан. Сам ты дуриан. Ладно, пускай сам растет. Так, давайте посмотрим, что такое дуриан. Приготовим ему. Возможно, он нам поднимет здоровье от души. Ага. Приготовил от души здоровье. Так, ладно. Хорошо. Еще нужно бежать за навозом, за травой и камнями. А, бой. Чисто такая серия, где мы будем только тупо бегать. И все. Давай. Сломала. И это сломала. Все сломала. Эх, девочка. Давай, ладно. Плохо орудуешь с инструментами. Не женская это работа, леса рубить. Хотя в Канаде, может, и женщины рубят, конечно. Я не знаю. Я в подробности не вдавался. Так. Да собери ты уже, ну. Здоровье плохо у нас. Со здоровьем скудным пока. Ничего. Подправим. Так, с летней вылазкой пока не особо понятно у меня, потому что опять-таки дела и вообще куча разных событий жизненных. Поэтому, друзья, не факт, что получится. Ну, она будет, просто она будет, может быть, немножко в другом формате, некоем таком. Совсем немножечко другом. Но я думаю, что это не помеха. Один раз исключение сделать можно, тут уж от меня не зависит многое. Так, собрать ветки саженцы. Есть такой момент. Собирай. Пчел убивают. Смотрите, они сильные все-таки, да? То есть пчелы нипочем. И причем другие пчелы почему-то не нападают на енота-кота. Енота-кота. Пойдем, моя хорошая. Пойдем. 16 саженцев есть. Ну и попутно будем еще и собирать другие саженцы. Пусть будет больше у нас их много. О, морква. Вот от морквы я не откажусь. Она очень хорошо поправляет наше здоровье. Что? Так, мои любимые баффало. Где вы, бифало? Какашки. Мне нужны какашки, срочно. Я пришел ради какашек только сюда. На эту землю я пришел ради какашек. Так. Не пытайтесь усмотреть в этом какой-то контекст. Вот еще одна морковка. Угу. Отличненько. Так, баффало-бифало здесь, у нас следующей полянки. На следующей полянке. У меня всего лишь одна какашка, это мало. Нужно больше какашек. Так, а не мешаем ли мы нашим баффало-бифало тем, что мы собираем траву? Может быть, они ею питаются активно? Что-то все меньше и меньше их здесь становится. Больше какашек дайте, пожалуйста. Все, что ли? 6 штук мне надо, господа. Господа хорошие, мне 6 штук надо. Можно как-то поактивнее, нет? Какать. Какайте поактивнее, пожалуйста. Я вас прошу. Ну, пожалуйста, ну поактивнее, ну пожалуйста, ну, друзья. Какайте реально поактивнее. Может, им траву можно дать? Хотя я вроде бы пробовал какие-то эксперименты с этими животными уже. Ну, в хорошем смысле этого слова. То есть покормить их как-то там, задобрить там. Но ни в коем случае не то, что там некоторые могут подумать. Ладно, но это я лишний повод даю только так подумать. Не надо так думать, нормально все. Так, лепестки цветов. Надо тоже поедать, чтобы активно восстанавливать себе свое здоровье. Не у, я какашки еще не акай, не укай. Уа. 4, еще 2. Давайте мне 2 какашки, и я пойду со спокойной душой. Может, там внизу есть? Давайте сбегаем, чего нет-то. Че нам, кабанам? Давайте сбегаем вниз вот сюда вот. Вот здесь вот пробежимся немножко. Уа. Уа. Точно. Ошибка моя была. Моя ошибка была в том, что я подумал, что там... Тут их нет, как и там наверху. На большой локации, к примеру. Ночь близится. Близится, но... Мы собираем навоз пока. Не а, не у. Собираю какашки. Не а, не у, а просто собираю какашки. Не надо думать обо мне плохо. Так. Уа. Отлично.
Ваши отходы, мои доходы. Гениально. Ну, по логике вещей так оно и есть. Их отходы, мои доходы. Оно это здорово. Собирай, пошли. Пока пойдем обратно до дому, до хаты, уже какашек будет много на пути. И у нас уже 14 семян. Так что грядок мы сейчас понаделаем много. В этом-то и будет плюс наш. То, что у нас будет еда прямо возле дома. И какашек здесь много. Можно будет опять-таки приходить сюда прям с запасами большими. 6, 12, да, как раз хватает. Отлично. Это еще какашка. Вот еще какашка. 16, 17. 6 и 3, 18. Вот нам еще бы одну какашку просто и все. Еще одну, пожалуйста, дайте, друзья. Какашку одну. Всего одну, пожалуйста, одну. Одну. Или вы спать собираетесь? Я вам не мешаю, вы собираетесь спать? Вот все, спасибо. Спасибо за последнюю какашку, я пошел домой, все. Аригато гозаймас. Коничуа. Так. Дом, милый дом. Home, sweet home, Alabama. Sweet home, Alabama, boy. Так, вот меня печалит то, что... Сейчас опять летучие мыши будут. Вот это меня больше всего печалит. Я вот не знаю, надо будет как-то... Блин, переезжать, что ли, придется, или что делать? Хотя у них хорошие... Единственное, что мне нравится у летучих мышей, это то, что... Блин. Задница. О, один удар, я труп же. Йо-коломене. Йо-коломенейшн, иллюминейшн. Так, свинья, убивай. Свинья, убивай. Свинья, еще убивай. Пожалуйста, свинья. Свинья. Спасай, свинья. Свинья. Свинью убили. Так, тьма пришла. Пришла тьма, как каравелла. Быстрее. Блин, маловато, конечно, я себе здоровье подправил таким образом, но... Будет фейл, если я сейчас сдохну. Это очень фейл будет. Так, тихо. Ох, это было опасно. Так. Ох, я не знаю, что мне делать. Как-то так сделаю пока. Так, ох, печаль. Ох, печаль. Так, собаки сейчас прибегут. Чувствую я. Это нехорошо. Очень нехорошо, господа. Так, кукуруза. Ой, блин, как все плохо-то. Да. Покажись. Покажитесь, твари. Покажитесь, твари. Блин. Ах ты, ёшкинка-картошкинка. Так, ждем. Покажись, сейчас прибегут, и свиньи нам помогут, я надеюсь. Свиньи вообще должны нам помогать. Хорошее местечко я себе все-таки нашел. Надеюсь, что оно правильное будет в будущем. Так. Какая-то градостроительная серия такая. Все пытаемся сельское хозяйство наладить. Я здесь, где свиньи? Свиньи здесь тоже. Так, ну что, собаки, где вы там есть? Собаки. Собаки позорные. Мы вас ждем, собаки позорные. Надо будет еще домиков построить свиных. Для защиты себя. Для самозащиты. Все? Бегут? Ну, где собаки-то? А? Я убивать. Конечно, убивать. Давай. Работай. Че, все уже? Че, уже все? О. Фига вы какие герои, на.
Отлично, я друг. У нас теперь два друга. Так, дальше. Давайте попробуем еще сделать одну грядочку. Еще одну продвинутую грядку улучшенную. Вот по краешку сделаем. Отлично, семечко. Так, удобряем. Удобряем потихонечку, отличненько. Вот странно так дерево упало, я же боюсь теперь его уже рубить, потому что... Давайте, ломайте, друзья мои, ломайте. Вы хорошие ребятки, ломайте. Давайте, 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 друзья. Мои дорогие друзья. Бейте, бейте деревья, я вас люблю. Я вас люблю, чего же более. Отпустите меня на свою волю. Что-то у меня сегодня какой-то блатняк прям. Так, что не хватает? Травы 10 штук. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ничего, я идти за тобой. Мы траву собирать, вы идти за мной, а я траву собирать. Так. Траву собираем, я говорю. Я иду траву собирать. Не знаю, как вы, но я иду траву собирать. Так, есть. Есть. Есть, отлично. Я хороший? Нет, я шмот. Так. Отличненько. Прекрасно. Все получается то, что я планировал, только у нас со здоровьем пока не очень как-то, не густо. Не густо. О, кстати, хорошо то, что у нас есть гуано. Гуано будет проще. Так, еще одну грядку здесь поставлю. Угу. Задобрить, удобрить. Так, есть кукурузка. И здесь тоже удобрим. Как раз так, морковка. Кукурузка. И эта хрень, не помню, как называется опять. Так, еще семечки. Ну, готовь. Так. На, кукурузка хорошо восстанавливает все-таки. Ну и семена. Че там, опять эти черти летят к нам? Бейте, бейте, бейте их. Накажите их. Наказывайте их пореже как-то. Давайте, 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 давайте. Еее, крыло одно есть. Отлично, пожарим крылышко и будет полезно. О, гломер, спасибо. Слизь гломером. Во, вообще прекрасно. Рассудок немножко потеряли, но это не важно. Главное, что нам восстановили здоровье. Это слизь нам восстановила здоровье. Но на этом, я думаю, серию закончим. Друзья, и в конце хочу вам порекомендовать игровой канал Smart. Если вы любите обзоры, первые взгляды, веселые коопы, то этот канал именно для вас. Ссылка будет в описании. Переходите, знакомьтесь. И, конечно же, если вам это понравится, то не забывайте подписываться. Сделайте приятно человеку и его каналу. Все. До свидания, друзья. Пока-пока.